довольно часто спрашивают, как заставить человека заплатить долг. Ну, давайте начнем с того, что заставить вы никого ничего не можете. Прежде чем давать в долг, надо было подумать, кому вы даете и с какой целью. Если вы давали искренне, с целью помочь, то всего скорее долг вам вернут. Если вы давали из какого-то своего меркантильного интереса, то, наверное, Вселенная в виде этого человека, который не возвращает долг, отвечает вам тем же. Есть еще нюансы. Если, например, у вас на момент того, когда вы давали в долг, финансовый канал был чист, а потом он испачкался, засорился, заблокировался. Кстати, когда даешь в долг, или если ты делаешь неправильно, именно и происходит блокировка финканала, то чаще всего долг не возвращается. Еще один нюанс – невозврата долга. Возможно, так высшие силы берут с вас плату за какой-то ваш косяк. Да, мы все не идеальны, и мы думаем, что мы живем правильно, по крайней мере, по своим понятиям правильно, но понятие правильно у высших сил свое. И поэтому, если вам кто-то долго и упорно не возвращает долг, это может говорить о том, что ищите причину в себе, где вы и что не так делали. Реже бывают кармические какие-то предпосылки невозврата долга. Либо человек конкретно долго и упорно к этому шел, да, и в виде конкретного лица, который не возвращает долг, получает, вот, возможно, обратку. Такое тоже может быть. Поэтому прежде чем пытаться прибегнуть к магии для того, чтобы вернуть долг или заставить кого-то вернуть долг, стоит сначала подумать, нужно ли это делать, да. Ну и, кстати, прежде чем давать в долг, тоже обязательно нужно подумать, стоит ли это делать.